Давай-ка звук погромче. Так нормально. Не дурки, вырубите свою музыку. Вы посмотрите, сколько сейчас времени, дебилы. А нам пофиг, еще не поздно. Все семеро живы, обошлось без последствий. И теперь к более серьезным новостям. У местного озера были найдены новые трупы. Сообщение. Эй, дебилы, сделайте тише! Мы выловлены местным патрулем охраны. Следователи предполагают, что, возможно, орудуют серийные убийцы-грабители. Каждая жертва была при деньгах. Предварительно преступники завлекали жертв в свое логово, обворовывали, а после избавлялись от трупа, выкидывая их в озеро. Преступники до сих пор не найдены. И к другим новостям. Команда Blackfish. А чего так громко? Сделайте тише. Джентльмены, у нас гости. Давай-ка, проходи. Добро пожаловать. А? Спасибо. Классная цепочка, дорогая. Карл у нас человек при деньгах. Вот только ему не с кем провести время. Я подумал, что мы сможем ему в этом помочь. Правда, он очень голодный гость. Да, Карл? Покажи, Стивен, где у нас еда. Накорми человека, так сказать. Прошу. Прошу, Карл, проходи. Пицца, бургеры и чипсы. Все, что хочешь. Все для тебя. Давай, заходи, дорогой. Заходи. Давай. Уверен, что при деньгах. О, да. Я уверен. Ну что, Карл? Может, приставку погоняем? Джойстиков хватает. Будешь? Нет, спасибо. А я, пожалуй, сыграю. Люблю вечерами играть. А чего ты не берешь еду? Ты же вроде был голодный. Потом. Так, хватит. Не поздновато для музычки? Да забей на соседей, Карл. Да они же давно привыкли. Постоянное дело. Ну да, пойду ручки помою. По коридору прямо и вторая дверь. Спасибо. Всегда пожалуйста. Покопаемся, чувак. Надо прекращать охоту, понимаешь? Расслабься, старик. Трупов слишком много, чувак. Но ведь денежки-то нужны же. Не правда ли?
Гулянки каждый день сами собой не оплачиваются, дружище. Они нужны, конечно. Стив его уцепит. Возьмем все, что надо. Избавимся от трупа, конечно. И прощай, незнакомец. Все будет нормально. Да, нормально. Нормально все. Месяц. Все забудут. О, как? Попробуй, попей. Для аппетита. Нет, спасибо. Я, пожалуй, начну сразу с закуски. Уже созрел, да? Хорошо. Ну ты все-таки запей. Созрел. Еще как. Карл? Стив что-то долго возится. Пойду. Стивен? Карл, приятного аппетита. Спасибо. А что ты ешь, Карл? Мясо. Хорошо. А где Стивен? Он на полу, справа от тебя. Тебя как-то пугает, Шон? Шон? На редкость вкусный ублюдок. Убей его. Рука у него просто объедение. Убей его! Твою. Не каждый день везет с трапезой. Жертву надо искать очень внимательно. И когда я увидел, как ты выкидываешь труп в озеро, я понял, что это приглашение на праздничный стол. Что у тебя случилось? Сейчас я с тобой разбежу свою мать. Что у тебя случилось, мать твою, я спрашиваю? Я тебе сейчас прирежу твою мать. С такими ребятами, какую голодным не останешься. Ведь вас здесь так много. Вкусных ублюдков. Думаешь, такой-то самый умный, да? Да мне в первый раз буйный попадается, а мы свое все равно возьмем. Так быстро я тебя не дорежу. Стивена, ты ответишь отдельно. Ты убил нашего друга. За это я не просто тебя порежу. Ты будешь страдать. Мелисса, твой приятель превратился в обед. Его нож теперь тоже у меня. Что у тебя происходит, а? Беги, Маркус!
Теперь мы покончим с тобой. Ну что ж, кажется, остался один. Сон. Я хочу рассказать тебе одну сказку про поросенка. Возможно, я расскажу ее не совсем такой, какая она есть, но я постараюсь близко к тексту. Я обещаю. Жил-был поросенок, который все время кричал волки. Все сбегались на зов поросенка, а волка приходили ему помогать. Но волков никаких не было. Поросенок просто так кричал. Но вот однажды пришел волк и зажал поросенка в угол. И когда поросенок снова закричал волке, ему никто не пришел помогать поросенку. Знаешь почему, Шон? Потому что это свинья. Каждую ночь шумела и не давала соседям спокойно отдыхать. И эта тварь настолько прогнила своей душе, что дорога ей была выстелена в ад. Знаешь, чем закончилась сказка, Шон? Волк съел поросенка.